50 тонн! Как казах. 50! Угроза сохранности груза. Я закончил 3 вуза. Если речь заходит про ручную таль, то мы обычно представляем компактное устройство с небольшой грузоподъемностью. Но сегодня в сравнении мы расскажем про этого гиганта. Ручная шестеренная таль Тор ТРШ-С грузоподъемностью 50 тонн. Тали ТРШ широко востребованы при проведении грузоподъемных работ среди наших покупателей. Причин тому масса. Надежность. Простой механизм не дает сбоев в работе. Неприхотливость. Техническое обслуживание в основном заключается в очистке от грязи и смазки. Долговечность. Все элементы конструкции тали рассчитаны на 4-кратный запас прочности. Нормативный срок эксплуатации составляет 7 лет. Широкий модельный ряд представлен грузоподъемностью от 500 кг до 50 тонн, а высота подъема варьируется от 3 до 18 метров. И еще один важный плюс – доступная цена. Соотношение цена-качество модели ТРШ-С на данный момент самое оптимальное на рынке грузоподъемного оборудования. Коротко об основных параметрах конкретно данного образца. Она способна поднимать грузы до 50 тонн на высоту 6 метров. Размер цепи составляет 6 на 18 мм. При своих далеко не малых габаритах ее вес достигает 440 кг. Тали ТРШ-С грузоподъемностью до 10 тонн известны и востребованы довольно давно. А вот больше грузоподъемностью до сих пор остаются диковинкой. При грузоподъемности оборудования от 20 тонн усложняется конструкция, увеличивается количество ветвей и добавляется второй шестеренный блок. Также увеличивается размер крюковой подвески. Количество ветвей цепи при 20 тоннах – 8, при 30 – 12, а при 50 – 20. Для управления талью с двумя шестеренными блоками, соответственно, нужно 2 оператора. Для подъема тяжелых грузов иногда используют систему из 2 и более талей. При этом грузоподъемность каждой из талей будет значительно меньше массы груза. Такой способ не одобрен заводом-производителем. Давайте подумаем, что будет, если не соблюдать их рекомендации. Под действием нагрузки таль отклоняется в сторону груза, а вот оператор, управляя беговой цепью, не может под это подстроиться. Из-за этого таль может просто заклинить, и спустить уже поднятый груз станет еще более сложной задачей, чем его подъем. Если подъем осуществляется 2 и более талями, то заедание одной приведет к перекашиванию груза и созданию дополнительной нагрузки на остальное оборудование. Такие ситуации несут напрямую угрозу сохранности груза и здоровью сотрудников. В тали заводского исполнения эта проблема решена на этапе конструирования. Использование такой тали безопасно на 100% при соблюдении базовой техники безопасности. К слову о правилах использования и порядке работы. Перед началом работы убедитесь, что таль надежно подвешена. Грузовая и тяговая цепи находятся в зацеплении со своими звездочками. Для подъема груза тяните за правую ветвь тяговой цепи синхронно с двух сторон. Подняв груз на 200-250 мм, остановитесь для проверки правильности страповки груза и исправности тормоза. Убедившись, что все в исправности, продолжайте подъем груза до необходимой высоты. Для опускания груза тяните за левую ветвь тяговой цепи. При отсутствии приложения усилий к тяговой цепи спуск груза прекращается. Тяните за цепь плавно и без рывков. Таль с грузоподъемностью 20, 30 или 50 тонн найти вообще непросто. В основном это заказная позиция с длительным сроком изготовления. Если вы не готовы ждать долго, то звоните нам. Алло? На 50 тонн? Серега, вот эту бандуру упакуй. У нас в наличии ручные тали грузоподъемностью до 50 тонн, электрические канатные до 20 тонн и электрические цепные до 10 тонн. Огромный выбор оборудования под заказ. Вся информация на сайте, а ссылки в описании. Шестеренные тали используются в широком списке областей промышленностей. На стройках, в транспортных компаниях, в доках и в грузовых депо. Везде, где важна надежность и неприхотливость оборудования без привязки к электричеству, таль Тор ТРШ-С – наилучшее решение.